First time I saw him. Первый раз я увидел его. In the year 1972, August. В августе 72 года. I was completely afraid of him. И полностью испугался его. Shaking almost. Ноги у него уж тряслись. Because. Потому что. All bad thoughts are here. Потому что было много у него ненужных мыслей. All rumors are here. Всякие слухи были в голове. All that is false about him got collected here. All that is false, untrue is collected. И все эти мысли были ложные. Well, if he asks me, если вы спросите меня, how shall I answer? Я должен ответить. How shall I answer? Что, да. So all the bad in my mind, rumors, gossip, голова была заполнена сплетнями, ну, всякой ерундой. Made me full of fear. So first impression was fear. И первое впечатление его был страх. The second impression. Второе впечатление. I came here for my wife, who fell sick at the time. Он приехал к его жене, которая была на тот момент больна. I don't believe in Swami. I have no faith in Swami. Он не верил уже в Свами, он только хотел попросить задержать больную жену. I simply accompanied her. Я просто составлял ей компанию, да, сопровождал ее. Totally selfish. Selfish. Я как бы полностью блюл свой интерес только в этом. Why? Почему? I have four children. У него четверо детей. Three daughters and a son. Три дочери и сын. Who will take care of them? Кто позаботится? If this lady falls sick. Если жена заболела. How to bring them up? Кто будет их растить? То есть у него такие эгоистические были мотивы, когда он вот пришел первый раз к Свами. That is only in my mind, not Baba. Вот этим был всем заполнен его ум. Не Баба и не преданность. I stayed here 3-4 days. Он провел 3-4 дня. He never looked at me. Он не смотрел даже на него. Баба на него не смотрел. He never came close to me. Даже не подходил поближе к нему. He never took a letter from me. И писем у него не брал. What to do? Что делать? On the last day, в последний день, when he was giving darshan, он давал даршан, I prayed to myself. Я молился как бы внутри себя. If you are really God, если ты действительно Бог, give her health. Помоги жене. Bring her back to her normal health. Да, пусть она выздоровеет. Did намаскар. Он сделал намаскар. And left the place. И уехал. Because I was working in a Christian college at that time. В то время он работал в христианском колледже. They are very strict. И там была очень строгая дисциплина. So I must return. Он должен был вернуться. Please believe me. Поверьте, он просит поверить ему. After her return. После того, как он вернулся. Health is normal. Жена его полностью выздоровела. Health is perfect. Был прекрасный. She could do all the work she was doing before. Он сделал всю свою работу. She was also eating all spicy stuff, because also. Жена стала делать всю свою работу, готовить, убираться по дому, всю женскую работу. Because during the sick period, she had only buttermilk. Потому что когда она была больна, мы только пили кефир. So, that's the first miracle I had. Это первое чудо, которое произошло в его жизни со Свами. Then I developed some kind of respect for him.
потом он, так сказать, уважение стало в нем. First to fear. Первый год. Next to respect. Следующее. Уважение. Уважение. Сначала страх, да, потом да. Уважение. Thirdly. First fear, then next respect. Thirdly. Третье. There are so many buildings here. Здесь столько много зданий. Nobody collects money. Nobody collects money. Никто не. No donations. No. Никто не жертвует деньги. How could he construct them? Как концерн? Концерн? Ну как Build them. Then somebody told me. Кто-то сказал ему. A big businessman. Крупный бизнесмен. Пурнчандра Камани. Имя его Пурнчандра Камани. A very big businessman. Да, крупный бизнесмен. With a lot of money. С кучей денег. He had no children. У него нет детей. In addition to that, his wife developed cancer. И у его жены развился рак. He took her to different countries. Он возил ее в разные страны. All foreign countries. Да, во все западные страны. But still, she was sick. Но она до сих пор больна. When she came to Baba, и когда он приехал к Бабе, Baba simply touched her abdomen. Он просто погладил ее по животу, он дотронулся. Cancer gone. И этот рак исчез. Then that rich man. Впоследствии этот бизнесмен. Took a pledge or a vow. Взял на себя обязательство. That he would construct buildings worth about 1 crore. Что он построит здание за 1 миллион. In those days. И в те дни. In those days. В те дни. Да, это было 2 огромные деньги. And it was he who constructed those buildings. Which one? In those days, buildings inside the mandir. В мандире вот эти постройки. Then my doubts are gone. И его my doubts are gone. Сомнения его исчезли. My mind is clear. И очистился ум. Then the love for him. Fear, respect, then love. Страх сменился уважением, и уважение любовью. Then I spoke to many devotees. Он разговаривал со многими преданными. Each one is telling one's own experience. Everyone is telling his own experience. Да, каждый делился своим собственным опытом. How they are blessed. Как они были благословлены. How they are cured. Как они были вылечены. How Baba helped them. Как Баба помогал им. Then they developed love or devotion towards him. Как они развили свою любовь и преданность по отношению к Боге. I started visiting this place thereafter every month. Он начал приезжать сюда каждый месяц. For 6 years, he never spoke to me, he never looked at me. 6 years? 6 years. 6 лет. 6 лет Баба вообще не замечал. Да, 6 лет Баба не замечал Кумара. But I was not disappointed. Но он не был разочарован. I was coming every month. Он приезжал каждый месяц. But all my problems are solved. Но все проблемы его были разрешены. I had no difficulties at all. Никаких не осталось сложностей. These miracles made me believe that he is divine. То есть все эти чудеса в его жизни, исполнение его проблем, трудностей, заставили его поверить, что Баба божественный. Is it clear, sir? Who has put this question? Ну,
так это про колесницу получилось. Yes, anybody? Немножко. Was your question more, what was his, a little what bit was his impression when he came in the golden chariot? Yeah. That was actually your question. Mm. What was your first impression when you saw Swami in the golden chariot the first time? Good question. Mm. We read from our scriptures, our Puranas. Мы читаем в наших как бы священных текстах Пуранах. That God comes in a golden chariot. Что Баба ездит на золотой колеснице. For example. Например. Krishna. Кришна. Rama. Рама. All these divine personalities. Все божественные персонажи. Traveled by golden chariot. Путешествовали на золотых колесницах. Gold stands for preciousness, value. How precious it is, its value. То есть как бы золото представляет ценность, как это лучше сказать? Драгоценность, благополучие. Да. Ну да, золото олицетворяет собой ценность. It speaks of his power as a king. Ну да, как бы представляет мощь правителя, который обладает золотой колесницей. So when I saw Swami for the first time in the golden chariot, да, и вот ему удалось. My heart jumped in joy. Да, его сердце прыгало в счастье. My God is in a golden chariot now. Мой Бог на золотой колеснице сейчас. You are the King of Kings. Он король королей. This is the one that you deserve. Ну, это удивительно. Это чудо, которое вы заслужили. Да. We are fortunate. Удачен. To have witnessed it. Свидетельствовать такое. Usually we feel bad. Обычно мы чувствуем. For not having seen Rama and Krishna. Да, обычно мы расстраиваемся, если мы не видим ни Рамы, ни Кришны. We have not seen them travel by a chariot. Мы не можем видеть как бы их передвижение на колеснице. Today we see you in a chariot. Но в наши дни мы увидели это как бы в лице Бабы. So we have not missed anything. То мы ничего не пропустили. Just as you play the tape once again, replay. Как включить на перемотку, на повторение? Да. Те времена, как бы в это время, да. This is only action, replay, Rama's action, Krishna's action, in the present form of Baba. Баба воспроизвел, да, вот, воспроизвел те старые времена, когда те ездили на золотых колесницах. It was all sight for gods. Sight for gods. Да, это было зрелище божественное. Божественное зрелище. There's one businessman. Один бизнесмен. Gold merchant, a long-standing devotee. Gold. He sells gold and diamonds. Продавал драгоценности, да. Давний с вами девушка. Very old devotee. Очень старый преданный. He got this chariot constructed. Single man. Go. He got this chariot made for him. А, он сделал для него эту колесницу. Сделал, да? Да. Изготовил. You understood this? Mm-hmm. Yes. Yeah.